Всем огромный привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Я очень рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня хочу вас пригласить в один день из моей жизни, в один день из жизни многодетной матери. Хочу с вами поделиться тем, как я веду свой быт, что покупаю, что готовлю. В общем, поделиться все тем, чем обычно я занимаюсь. Надеюсь, у меня получится вас мотивировать, может кто-то что-то для себя возьмет на заметку. В общем, надеюсь, что видео вам понравится и придется по душе. С утра съездила на рынок, купила продукты, и сейчас хочу с вами поделиться, из чего состоит моя продуктовая корзина. Купила большую курочку на рынке, здесь 2,5 килограмма. Хочу сделать супчик, сварить. Также что-то отложу на второе блюдо и грудку хочу пустить на фарш. Также для фарша купила свинину, тоже такой большой кусочек. Здесь она и шла с косточкой, косточку отложу на борщик. Также на фарш у меня пузанина, тоже взяла, чтобы не были сухие. Купила 30 штук яиц в магазине. Цены, вы видели, какие цены на яйца? Вообще упасть и не встать, как золотые. Также взяла 2 килограмма муки Маква. Вот такой бекон беру, нравится нам. Так, из молочки взяла вот такой сыр, тоже очень вкусный. Его, в принципе, можно и так кушать, как бы на бутерброд. И можно там его потереть в духовку, тоже очень хорошо плавится. Потом пачечку творога взяла, взяла только одну, потому что у меня еще две есть в холодильнике. Хочу сделать сырники. Также взяла молочка, сливочное масло одну пачечку, сметану президент берем, очень вкусная, очень нравится. Потом домик в деревню 20% сливки взяла. Из макарошек вот такие беру макароны. Очень мне нравятся, очень вкусные. Такие прям классные. Попробуйте, если не пробовали. Очень хорошо вот на распродаже их брать. Они там получаются по 87 рублей. Ну, это в Магните, по крайней мере. Вот я знаю цену. Вот я их там беру. К сожалению, сейчас не было распродажи, поэтому взяла только одну пачку. Буду ждать распродажи. Так она стоит 160, по-моему. Вот такую взяла пачечку макарон. Также взяла 2 пачки риса фирмы Минстраль. Очень мне нравится. Я все, в принципе, беру Минстраль. Так, потом взяла булгур. Взяла пачку вот такого риса фитнес, никогда раньше не брала, вот хочу попробовать. Потом поделюсь своим мнением. А вот еще на рынке взяла кусочек брынзы, адыгейский сыр, вернее, называется. Потом хочу сделать еще в середине недели лагман. Взяла вот такую лапшу для лагмана гнезда, буду фаршировать тоже их. Потом у местного фермера здесь у нас на месте, на местном рынке взяла капусточку. Вот такие яблочки красивые. И вот такую картошку. Все продукты я уже разложила по местам. Сейчас приступаю к разделыванию мяса. Начинаю я с курицы. Курицу разделываю. Что-то отправляю на готовку. Что-то отправляю в заморозку. Но прежде чем отправить в заморозку, я обязательно пакеты все подписываю с датами. И обязательно пишу, какое мясо. Так легче сориентироваться, когда все это заморозится. Легче найти то, что вам нужно. Хоть у меня и большая морозилка, все сложено по полочкам. Свинина на одной полке, курица на другой полочке, все полуфабрикаты на третьей полочке. Но все же я обязательно все подписываю, потому что когда это все замораживается, не совсем понятно, допустим, где курица для первых блюд, где курица для вторых блюд. И также со свининой и со всем остальным. Поэтому я обязательно подписываю все это, упаковываю в zip-пакеты, которых у меня, к сожалению, на этот раз не оказалось, поэтому буду все складывать в обычные пакетики. Ну, в основном у меня zip-пакеты, это очень удобно. Сегодня буду готовить много, хочу приготовить на 2 дня, так как у нас с мужем накопились кое-какие дела вне дома, поэтому хочу сегодня все приготовить, чтобы не отвлекаться эти 2 дня на готовку и не переживать, что мне нечем накормить своих родных. Первое, с чего я хочу начать свое приготовление, это из куриного супчика. Мясо я уже вымыла и поставила на огонь до закипания. Затем водичку я сливаю и заливаю вторую чистую воду. Именно на второй воде я готовлю свой супчик. Оставшееся мясо распределяю по пакетам
и отправляю в заморозку. Но перед этим, как и говорила, вам обязательно подписываю, чтобы в следующий раз не тратить время на поисках того или иного мяса, которое вам нужно, а достать им сразу именно то, что нужно, и начать готовку. Теперь я приступаю к разделке свинины. Мне с пузанины нужно снять шкуру, порезать пузанину на кусочки, затем также кусочками нарезать окорок и все это перемолоть на мясорубке. В основном котлеты я предпочитаю делать из свиной шеи, но в этот раз в магазине не оказалось шеи. Продавец сказал, что будет она примерно через часа полтора, но у меня, к сожалению, этого времени не было, поэтому я взяла где-то примерно 2-2,5 килограмма окорока свиного и где-то примерно килограмм, ну может быть чуть больше, пузанины. Свиной окорок я уже практически разделала. Остался у меня кусочек мякоти этого свиного окорока. Хочу его заморозить и где-то примерно среди недели приготовить биточки. Также у меня осталось две косточки. Я их никогда не выбрасываю. Я их также отправляю в морозилку. И затем, когда готовлю первые блюда со свининой, всегда добавляю их к мясу и готовлю такой вкусный наваристый бульон. С продуктами я уже разобралась, осталось мне убрать за собой и продолжить готовить. Я уже не единожды раз говорила, что не люблю работать на грязной кухне, не люблю, когда собирается гора посуды. Поэтому я всегда какую-то часть работы выполнила, помыла за собой посуду, вытерла столы. Да, может быть, кто-то скажет, что это лишний труд, это лишняя трата времени, может быть, оно и так, но мне некомфортно работать, когда собирается куча посуды, грязная столешница, мне просто это какой-то доставляет дискомфорт, поэтому, в принципе, мне не тяжело помыть за собой все, чтобы посуда была чистая, лишнюю посуду также сложить в шкаф. Как-то мне так работается легче. Тем временем у меня закипел мой куриный бульон. За кадром я слила первую воду. Это закипела уже вторая вода. Снимаю пену, добавляю черный перец, лавровый лист. На этом этапе можно посолить чуть позже. В принципе, большой роли это не сыграет. И на самом маленьком огне, где-то примерно часа полтора, я томлю мясо. Именно томлю, а не варю его, потому что когда на маленьком огне где-то часа полтора, можно два, это как располагаете вы по времени, мясо томится, вкус получается более насыщенный, бульон более наваристый, и мне больше так нравится, нежели сварить мясо на быструю руку. Но это мой вкус, это мое предпочтение, но на мой взгляд так получается вкуснее. Свинину я перемыла, высушила вот в таком вот приспособлении от раковины и шел в комплекте. Это такая емкость в виде друшлака, она вся в дырочку и прекрасно вот вода стекает с продуктов.
куриный бульон у меня тоже уже приготовился, мясо уже все сварилось. Сейчас буду добавлять немного соли, вынимать мясо и дальше продолжать варить суп. По истечении полутора часов получается вот такой наваристый бульон. Очищаю лук и картошку, буду все это добавлять в свой суп. Морковка у меня в замороженном виде. Я всегда, как покупаю морковку, сразу же ее перетираю и замораживаю. Так я экономлю свое время и силы. Не нужно все это долго начищать. Достал с морозилки и все готово. Лук я буду отправлять и морковку в сыром виде. Мы не делаем зажарку, нам так не нравится. Поэтому я сразу же все это нарезаю и отправляю в суп. Еще в детстве родители говорили нам о том, что есть суп на обед просто необходимо. Считается, что именно первое блюдо спасает наш желудок от всевозможных негативных последствий, гастрита, язвы. Супы являются важным источником минеральных веществ и витаминов и других биологических активных веществ в нашем рационе. Поэтому с возрастом у меня сохранилась эта привычка один раз в день употреблять первые блюда. Напишите, а как у вас с этим обстоят дела? Как часто вы готовите первые блюда? Интересно было бы узнать, почитать, как вы к этому относитесь. Свои первые блюда я всегда добавляю вот такую вот заготовку на зиму. Готовлю я ее с лета сама. В нее входит красный, зеленый сладкий перец, томаты, морковка, петрушка и также укроп. В зимнее время такие заготовки здорово выручают. Также сегодня хочу приготовить сосиски с сыром в лаваше. Для этого мне понадобится пачка сыра, где-то примерно 125 грамм. Также пачка сосисок, у меня 12 штук, и примерно 2 лаваша. Сосиски я уже очистила. Сейчас натираю сыр на терку. Я предпочитаю сыр натирать на терке, потому что в таком виде сыру легче плавится, и в микроволновке лучше плавится, и на сковороде. Поэтому я предпочитаю его натирать. В свой суп я добавляю немножко лапши и оставляю до полного приготовления. Сейчас хочу нарезать лаваш порционально, нарезать его по размерам сосисок. Затем буду сворачивать сосиски и сыр, буду все это обволакивать в яйце и обжаривать. Кто никогда не пробовал так готовить, настоятельно вам рекомендую. Получается очень вкусно, сытно. Дети очень хорошо едят такие сосиски в лаваше. Можно также деткам в школу положить на перекус или взять с собой в дорогу. И по окончанию готовки супа добавляю немножко хмелю сунели, отключаю свой суп и даю ему немножко настояться. Теперь возвращаюсь к своим сосискам в лаваше, буду их обволакивать в яйце и обжаривать на сковородке. Такое блюдо готовится легко и быстро, ничего в принципе здесь тяжелого нету, просто сыр и сосиску заворачиваем в лаваш, затем взбиваем яйца и обжариваем это все на сковородке. Кстати, с недавнего времени я разбиваю яйца отдельно, а смешиваю отдельно, так как у меня
произошел такой неприятный случай. Это была Пасха, я пекла куличи, и я уже разбила 10 яиц, и, по-моему, последнее 11-е яйцо у меня оказалось тухлым, и поэтому мне пришлось выкинуть все яйца. После этого случая я отдельно все яйца развиваю и только потом смешиваю. Так куда надежнее и безопаснее. Вот такой вкусный и сытный обед получился у меня на 2 дня. Всех я уже накормила, осталось мне сейчас убрать за собой кухню, помыть посуду, загрузить посудомоечную машину, что можно мыть в посудомоечной машине. Вот, и займусь фаршем. Фарш стараюсь всегда сама готовить, покупаю необходимый кусочек мяса и перемалываю его на планетарном миксере на самой крупной насадке. Просто обожаю свой планетарный миксер, вообще не знаю, как я раньше без него жила. Это такой незаменимый помощник в доме, с ним все легко можно приготовить, и тесто, и различные крема, также вот фарш, как сейчас я делаю, любые нарезки. В общем, такой незаменимый помощник, которому я очень рада и еще ни разу не пожалела, что я его приобрела. Очень жаль, что бренд Kenwood ушел с российского рынка. Я, к сожалению, не успела купить все насадки для своего планетарного миксера, но увидела эти насадки на Озоне. Но как-то немножко побоюсь оттуда заказывать, потому что боюсь нарваться на подделку. Если кто-то приобретал с Озона насадки на такие планетарные миксеры, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, буду вам весьма благодарна. Фарш у меня уже готов. Сейчас буду какую-то часть оставлять на котлеты, а какую-то часть буду отправлять в заморозку.
Фарш я замораживаю таким образом, чтобы у меня получился тонкий пласт. Так фаршу легче разморозиться. Я его вытаскиваю, мне хватает минуточек 15-20, и фарш у меня разморожен. Удобно хранить фарш в морозилке, он занимает очень мало места. Для фарша в миксере измельчаю один лук, одну картошку и пару зубчиков чеснока. Ни хлеб, ни какую другую крупу сегодня я добавлять не буду. К фаршу буду добавлять одно яйцо, специи по вкусу. У меня красный перец, черный перец, добавляю немножко хмель-сунели, ну и соль, конечно же, и немножко ставлю приправы для свинины. И буду сегодня свои котлеты готовить в духовке. Так в последнее время мне нравится больше, нежели жарить их на сковороде. Котлеты формирую привычным образом для меня и буду отправлять их в духовку, запекать там примерно минут 20-25. Все зависит от вашей духовки. Всегда акцентирую ваше внимание на то, что духовки бывают разные, поэтому не стоит полагаться на то время, которое готовлю я, потому что у нас у всех духовки разные, бывают и газовые, и электрические, поэтому готовят они по-разному, разное количество времени потребуется для одного или для другого блюда, поэтому всегда советую вам ориентироваться именно на вашу духовку. Вот такие прекрасные румяные котлеты у меня получились. Завтра отварю только гарнир к ним. И, в принципе, такого количества еды нам вполне хватит на 2 дня. И на сегодня мне остается только перегладить постельное белье, также перегладить некоторые вещи, чтобы не было сильно скучно, включая всегда себе или музыку, или какие-нибудь фильмы. Сегодня выбрала фильм «Девчата», всегда люблю смотреть этот фильм, уже смотрю его в сотню раз, и все никак он мне не надоест. Ну а с вами буду уже на сегодня прощаться. Если вам понравилось мое видео, поддерживайте меня, пожалуйста, пальчиками вверх, пишите свои комментарии, не забывайте также подписываться, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам всего хорошего, берегите себя и берегите своих близких. До новых встреч!